Страшные прогнозы. КНДР в состоянии уничтожить почти все население США. В Конгрессе представили доклад о рисках конфликта с Северной Кореей. КНДР может произвести ядерный взрыв над территорией США. Электромагнитный импульс обесточит целый континент. Последующие аварии и катастрофы истребят 90% жителей штатов. Но пока в Конгрессе разводят панику, Пентагон делает свои заявления. Минобороны США пригрозила КНДР массированным военным ответом. Любые атаки Северной Кореи на Штаты американцы обещают сразу же отбить.